Сосо Павлиашвили научил Тural и Эверест проникать в души людей. Не так давно певец вернулся из совместного турне со знаменитым грузином. Артисты дали концерты в нескольких городах Казахстана. Тогда-то Тural и получил мастер-класс от Сосо. Много опыта у него набрался. Я очень талантливый артист, у кого можно брать пример. Как ведет себя на сцене, что он делает и что говорит. Не просто «Эй, эй, как ваше настроение?», а словами проникает в людей. И действительно, этот тур мне многое дало. Научился более харизматичным быть на сцене, более настоящим быть на сцене, не бояться сцены, не стесняться, потому что народ, оказывается, это все чувствует. Между тем, вернувшись с гастролей, Тural не терял времени зря и выпустил дебютный альбом. Впервые за 8 лет творчества артист создал свою собственную пластинку. Сладкоголосый певец записывал диск в России. Работа над ним велась целый год. Не торопясь, конечно, записывал. Есть артисты, которые постоянно альбомы выпускают, но я решил вот долго, но метко, прям чтобы всем понравилось, и выпустил альбом под названием «Девочка моя». По признанию Турала, альбом получился целостным и танцевальным в стиле Евровостока, но не лишен он и любовной лирики. В общем, каждый слушатель сможет найти для себя что-то близкое. Не успев презентовать свое долгожданное детище, Тural уже поведал нам, каким будет его следующий диск. И здесь он, конечно, удивил. Следующий мой альбом планируется полностью на казахском языке. И я буду не Тural Эверест, а буду Тural Байрам. Ну что ж, выстрелит ли казахоязычная пластинка исполнителя, покажет время. А сейчас можно оценить первый альбом артиста «Девочка моя». Он уже поступил в продажу. На подходе съемки нового клипа, которые стартуют в ближайшее время.